впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Святокрада Таладрада. Ну что, здесь не было. Неплохо. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером. Ой, блядь, я долбоёб. А мы чтоб что-то знать, надо что-то знать. Не надо, не БР, нахуй на это говно, блядь. Давай, да на пулю. Там хила лучше есть. Блядь, в рейде, блядь. Какой шаман? Отойдите только все оттуда. Тор, нахуй ты их видишь, блядь? Шамана не убей, это хил что ли? Да, хил. С пристани шаман же. Выкидывает для дискорда? Я не первый раз слышу. Никого не выкидывает. Никто и не заходил, собственно. Че, вам там помощь нужна? Да, япончик, сходи. Вот. Сейчас шамана ждать, да пойму. А че у вас там за проблемы такие? Че зайду? Рыба слева. Поднели нахуй, кикай. О,
хочешь добавить. Он не хилом идет, да? Двадцатый Айнраска, двое 19-й, Ванель 18-й, 17-й медвеёж, блядь. Лава, могу до Ларани посидеть. Ваниль дохлый был. Никакого приора нет. Захожу. Короче, самый слабый это Ковар и Андервов. Чай линканул все позиции. Я зашел. Вроде кидай приглас. А где эти люди там? Это, Фарада, блядь. Фрост, нахуй. Они съебались. Фарада, ты на работе. А это куда съебался? Давай, да. Офицер наш. А кого? Кто? Ну, а тебе отписывал кто-то из них вообще до рта? Пробафайте меня, пожалуйста. Я готов. Как угодно. Все, у тебя уже опустились. У меня голос. Тебя слышно? Только япончик отдали немного микрофона, а то... Твое дыхание носом слышно. Мое? Да, твое. Все, я сейчас просто чувствительность сделаю поменьше. Отключил. Ну это. Сейчас еще раз чекаю, там задрыганец подойдет. А ты когда говоришь, дышишь вам. Так-то тебя не слышно. Задрыганец подошел, принимаем, готовим. Сковат тут. Так. Да, я прожимаю, а там мне стан кто-то дал. Какая-то пуха стан дала, блядь. И пиздец. Там грипнуть, что дыхание один не мог. Мне промоут дал, да? Да. Ну, все готовы, блядь, на данный момент. Я в рейд, а... Запускаю босса, грипну, слушаем... Блядь, а нахуя? Слушаем внимательно япончика. Где нос его, да? Ну, там имеется в виду по БР, там по всей этой хуйне, там что-то, чтобы это сказал сразу. Добро пожаловать в будущее. Теперь меня никто не остановит.
Селама Ашанор. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладра. Коперниан проследит, чтобы вы не задержались здесь надолго. Эльфы крови! Высшая раса! Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером, Телоникусом. Ходить сразу же, Мелики. Бомба. Бомба, тибитесь. Быстро в центр. На полу дайте руки. Это ДД в череп, играйте, не бейте эту пачку. Я арестую Энджи. Да, ты поднимешь. Подожди, мы сначала добьем. Да, да, добьем. Убирайтесь, перестань. Пробафайте человека. Центра отойдите. Походимо паладину можно будет сдать Инр. Откатится достаточно быстро. Один только. Десять секунд. Быстрее, быстрее сливайте Таладреда. Я
Милики по Сангвинару играйте, РДД по Бабе пока что. Все, РТД в инженера переключились. Давайте переключайтесь. Бомба. Аккуратнее, 3 секунды. Бомба. Подошли, бьем. Фоджа, дай Геру, пожалуйста. Лужа под миликами. Мне тяжеловато видно. Озвучивайте, если увидите быстрее. Феникса лови. Давайте его. Ютуна, законтрольте. На самом пути нет, я бью танк. На него тут ты накладываешь, который его неплохо бьет. Мили. Мили зону. Все, по Фениксу. Рано по Фениксу говоришь. После контроля всегда бьет. А я думал, после охоты. Все, бьем быстро. Быстрее, 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 яйцо. Уже РТД отбежали, готовимся к контролю. 4 секунды. Кухи сняли. Феникс. Контроль. Прохил танка. Медведаешь, поднимешь япончика. Нет, медведоёж поднимет штормсингера, штормсингер поднимет пончик. Его СС. Штормсингер поднял и пончика. Поднимай всю эту. Надо по Фениксу играть, ребят, свечнитесь Феникса, пожалуйста, все. Все. Быстрее. Прохил Ютона. Пятьдесят пять у босса. Контроль. 5 секунд. Приготовились. Контроль. Медведь в контроле, набиваю Агрона Феникс. Агрона Феникс. Забафайте приста, пожалуйста. Феникс, работайте. Убивайте его. Быстрее.
Никсо. Бафы по всем дайте, пожалуйста. Видаешь суету, подними. За босса. В принципе, мы без руки справимся. Лучше придержать 2 БР на хилов. В центре место хилам оставьте. Сильно вниз не спускайтесь. Вниз спускаемся. От тебя толку, как от ребенка. РТД. Тамару не поднимаете пока что. Там один БР котенка только остался. Я знаю. Котенок, поднимешь шторма. Вы с женщиной держали? Не сейчас. Падение 2 секунды, падаем вниз. Сейчас гимноману сдам. Дайте Эйнар по шторму. Все, просто тебя пусту добивайте. Слава Господу Богу. Печку поставь, сходи, воет. Поставить свечку, да, гол свиток сразу. Сейчас, секунду. Гол раску закрой, нажимайте мейн там. А чё, его не ролят разве? Ролят, конечно, ролл уйдет. Ну типа и ПГП вот мастер показывает, кто сколько кинул ролл. Слушай, а что это такое? Дай сюда, второй спек. Ну дай этого. Сюда, это типа мейн спек. Кто выиграл свиток, Войт, скажи? Старпейн. Что? Ну, у него по роллу больше всего. Я больше всего. Что, на сегодня все? ВЗС закрыли? Нет. ВЗС не закрылись? Клёво. Нет, нет, не были. Ухо закрыли, блядь. Понятно. Прогресс. Так, второй спек. Даркис. Больше никому не надо, это параша. Кого? Игру, да. Какая
Грудак на кого упал? На Вара и вот второй этот, на Лука или как? Да, на сегодня это все. Сейчас тут раздаю и все. Блять, охоту будешь собирать? Да, конечно. Сейчас а или, блять, или потом? Через полчаса. И через полчаса это много. На 4 стоит. Люди к 4 подойдут. Хотите, можно еще. Ты ЕП дал? Нет, сейчас раздам, ну ты дам ЕП. Давай к 4. Тихо, кого-то слышно. Прям что-то говорит, потом непонятно. Ты у нас япончик вот так микрофон просто. Носом шмагает. Так, это не отключи сейчас. Дали просто. Вот дальше. Это у меня не показывает. На главный спек ролите. Главный спек. Так, штурм. Котенок, какой у тебя главный спек? Сова, у тебя фул Т5 на сове и на друиде. Не видел я, чтобы у тебя кот был главный спек. Побрал в гильдию его. Писано, бля. Сова, короче, кот, по-моему. Сова и кот — это разные спеки. Так, значит, у тебя сова и эрдруф Т5. Кот — это у тебя офспек. Значит, по приоритету у нас будет... Так, пиво тебе надо, это хуйня. Какой кусок у тебя будет? Шторм какой кусок? Второй. У меня перчатки есть. Чё, пиво давай. Тебе отдавать или ему отдать второй кусок? Это вообще офспек или мейнспек? Знаешь, я бы не отказал. Блять, у них ни у кого нет. А, у него СМК. У тебя 3500, там нету 7000, я забыл. Значит, шторм следующий будет. Какой кусок, так ролите неаккуратно. Спасибо. Почему неаккуратно? Я спрашиваю уже. Сейчас я дам. Я бы не отказал, но 7000 нет. Да, да я не увидел сразу, что там нет, я смотрел таблицу. Вот, дай ЕП, пожалуйста, там, блядь, собетрит. Терпение, добродетель. Дал ЕП. Сейчас охоту тогда буду собирать.